канале Languages from Canada. Сегодня мы рассмотрим самые употребляемые цвета в английском языке и еще немного новых слов по теме одежда. Оставайтесь с нами. Первые два цвета – это цвета канадского флага – красный и белый. Red and white. Например, a red and white flag. Немного истории. Эти цвета стали официальными цветами Канады в 1921 году, после провозглашения королевского герба Канады королем Георгом V. Продолжим. Следующие цвета – желтый и зеленый. Yellow and green. Например, I have yellow shorts. У меня желтые шорты. She has a green hoodie. У нее зеленые худи. Существуют еще следующие слова для описания синего цвета. Синий и бирюзовый. Blue, turquoise. Например, he has a blue jacket. У него синяя куртка. Фиолетовый и розовый будут purple and pink. Например, she has a pink and purple dress. Следующие цвета – бежевый, коричневый и каштановый. Beige, brown, maroon. Например, we have brown pants. Еще несколько цветов – это черный и серый. Black and gray. I have black and gray clothes in my wardrobe. У меня черная и серая одежда в шкафу. И последние два цвета – это серебряный и золотой. Например, silver and gold. You have lots of gold and silver accessories. Еще употребляются такие слова, как silver или gold plated. Это означает, что покрыта какая-то вещь серебром или золотом. Можно говорить еще golden. Обычно это означает, что изделие или что-то имеет золотой оттенок, но не сделано из золота. Если мы говорим только о материале, то есть золото, это будет gold. Давайте еще разберем, как сказать светлый или темный на примере цвета синий. Мы используем слова light and dark. Light, dark. Например, голубой будет light blue. Темно-синий будет dark blue. Еще для цвета темно-синий может быть название navy. Или navy blue. А если мы хотим спросить кого-то, какого что-то цвета? Переводится прямо с русского языка. What color is it? Какого цвета что-то? Это предложение употребляете, если вы говорите о чем-то в единственном числе. Например, what color is my shirt? It is dark blue. Если вы спрашиваете о чем-то во множественном числе, вы употребляете вопрос What color are they? Например, What color are my jeans? Какого цвета мои джинсы? They are blue. Давайте обобщим. В общем, слово «цвет» на английском языке будет colors. Теперь, my friends, у вас есть информация о том, как говорить или писать цвета на английском языке. Не забывайте их записывать и пробовать употреблять для описания предметов, которые находятся вокруг вас. Одежда, предметы быта и так далее. Спасибо, что оставались с нами. Не забывайте смотреть наши другие видео.